что, знаете, не надо ничего делать. Например, мне когда в детстве говорил отец, пойдем копать картошку, мы приходили к нему, и он мне говорил, вот лопата, вот давай вот так копать. Я там хоп, копал, два раза там копнул, смотрю, отец весь прокопал огород. И уже даже потом посеял картошку. И вот знаете, с Богом, наверное, то же самое. Бог дает какие-то нам, ну, в жизни вызовы, задания. Но по большому счету все остальное Бог докладывает. Он дает, как отец. Он заботится обо всем, обо всех нуждах. Физических, духовных, эмоциональных. Я глядя уже 30 лет, как во Христе, наверное, вы так же себя чувствуете. Оглядываясь назад, я думаю, слава Богу, что Бог дал мне эту жизнь. Просто послал. Да? Слава Богу, что Бог меня вот направлял туда, что мне дал семью. Потому что реально, я вот говорю, в Москву я приехал с одним чемоданом, вот таким маленьким чемоданчиком. Без ничего сейчас вот мы с Мариной квартиру на Шарташе покупаем. Ну, Господь просто пастырь мой, реально. Мы ни в чем не будем нуждаться. Кстати, вот походу, ну, если вы знаете, мы покупаем там квартиру, да, но реально, когда мы приезжали в Екатеринбург, мы даже Екатеринбург не знали. Мы думали, да, давай